Чешется об мотоцикл, об зеркало. О, елки-палки. Капец Роялу Энфилду. Кажется, настал. Варанаси он и оставит свое железное тело. Кошка пошла домой. I think we lost Сергей. Lost Сергей. I don't know. I don't see him. Для коробки. Сергея кто-нибудь видит? Нет. Нет Сергея, да? Мы его потеряли? Сергей потерялся. А вон бежит, бежит, бежит. Погребальная процессия. Рамнам Сатахе. Читают мантры. Good smell. They put perfume something. Хороший запах. Они какой-то парфюм положили, масла ароматические. Труп. Это труп принесли. Пошли. Ага, Сергей здесь, да, я уже вижу его. Слушай, я так не сфотографировала. Да это есть, дайте, который не достал. Это сытая корова, дай голодный. Give for hungry cow. Она не hungry. Она толстая, сытая. Танюшка тоже купила. А у нее носик что-то... Капустик красный. Красной капусте, а я думала раненая. Бегом, бегом. Отнимает. Невеста прямо. Я не даю, она прямо. А я видела, видела. Так интересно. Нечего мелочиться, говорит. Опа, все отняла. Панир, адыгейский сыр, спрессованный творог. Нам туда. Что-то тут заблокировано немножко. А это вот панир как раз везут. Панир. А? Yes, yes, bring them temple. Радужная ткань. Посмотрите, какая красивая. Это сари, такой красивый сари. Пошли, да. Это Саши вот это, радуется жизни. Увидел радостный такой цвет? И играется. Natural oil.
Что-то копают, много тут слоев. Наверное, исторические. Как много полицейских вон сидит справа. Еще и говорят, ноу фото. Да, мне надо прятать камеру, написано ноу фото. Но у меня и не получается спрятать. Только спрячу, сразу хочется вытащить. Так, девчонок мы отправляем в храм. Золотой храм Каши Вишванатх, где находится лингам света, один из 12 самых важных шиваитских святынь. Вот. Сейчас девочки посмотрят. Я уже смотрела, поэтому я буду сидеть, сторожить сумки. У меня группа поддержки. А вы можете посмотреть тут, чего у них продается. Да, куча. Мы и тут и обувь сложили. Нам любезно разрешил хозяин магазина все это приныкать. Вот. Они взяли только паспорта свои. Большие, говорит, нельзя. Хорошо, оставляй. Мы тут сидим втроем, так что не переживай, складывай. Ирина, а сколько с собой денег туда можно взять? Туда можно только маленькую сумочку с деньгами. Все. Мы здесь все храним. Глаз не сводим. Вот, стоим и смотрим. И моя тоже тут, вот как сиротка. Давайте, ее тоже тут со всеми положим. Я сейчас, может быть, еще какую-нибудь себе одежку прикуплю. Вот такую вот. Давай, складывай. Буду его просить, чтобы он мне приносил на мой досмотр одежду. Сумочки вон у него красивые. Сейчас что-нибудь прикуплю себе. Ползает по этим вот. Смотрите. А, это геккончик, геккон. Внимательно смотри за кучей, за нашими. Колокольчик звенит. Many dresses. You go there. Так, ну он сказал, что здесь много-много всякой одежды. Мне нужна просто блузочка или вот платьюшко такое. Тут вот и мужские красивые такие есть курты. Ну, я им сказала, вот мой размер. Хотите, обмерьте. Найдите что-нибудь симпатичное. Булабке пхул. А что это такое? What is it? This is incense? Incense. Это палочки ароматические, да. Алло? Нет, палочки. Что ты там? Вот здесь сандал. У тебя раздражение от себя? Да, это когда это значит не серебро, наверное? Да. Алло? Но это я им показывала себя, свой размер, чтобы они мне искали наряды. Алло? Ну что ты нашла? Алло? Жасмин? Я бы все нашла. Че почем? Че почем? Что-то он показывал бутылочки. И говорил тебе цены, да? Да. Вот это жасмин. Ну, вот я больше всего люблю жасмин, лаванду. Ним какой-то вот этот. Ним. Это дерево ним, оно горькое, но полезное. Это сандалвуд. Сандаловое дерево. Жасмин. 400-500 тысяч вот размерчики. Жасмин. Что-то мне не понравилось. Нет. А вот это тогда это чай? Так. Ти. Да, чай говорит. Это масала. Ти масала. Дарджилинг ти, туласи ти. Ти масала. Вот, смотри. О, масала чай. Ага, это смесь специй, прекрасно.
Так, ну там этот так и стоит вообще ко всем тряпкам спиной, не ищет он явно моего размера нарядик. Ну и как хочет. Если тебе попадется что-то такое чудесное на меня, тащи сюда. А то они за клиента вообще не борются нисколько, я смотрю. Я ушла, и они ушли. Мне не понравился. Жасмин не такой. Это у них какой-то залежавшийся жасмин. И темный очень, и пахнет невкусно. У тебя вкусно пахнет жасмин твой? Ну, у меня тут еще не жасмин, а что-то другое от раздражения у меня намазано. А-а-а. Мне не понравился жасмин. Что-то. А вот чем он тебе здесь намазал? Здесь нежненько пахнет, вкусненько. Не запомнила, чем он на него намазал. Ну что ж ты сразу-то надо было? Теперь ему вот на опознание подавай руку. Спрашивай, что это было. И вот тут вот что-то острое. Такое резкое, резкое. Резкое, но тоже вкусное. У одной у меня невкусный какой-то попался запах. Иди, найди тряпочку какую-нибудь, нарядик мне. Нет, не по нарядикам. Не понравилось мне там что-то. Ясно, мне тоже не очень, не впечатлило ничего. Серый притомился уже. Ну и правильно, а что зря? Надо уже по-индийски. Они как есть секунда, минута, час свободный, они используют, чтобы расслабиться. Что напрягаться-то? Вся жизнь напряжение, расслабление. Ну что, вы видели Джьотиш Лингам? Видели. Мы все лингамы видели. Ну он такой, 60 сантиметров в высоту, да, и 90 по диаметру. Все, значит, девочки, вы получите мокшу. Если посмотрел этот храм, побывал в этом храме, посмотрел этот лингам, окунулся в Гангу, значит, уже можешь рассчитывать на мокшу. Освобождение, да. Все, окончание. Спрыгните с колеса перерождений. Просад, хорошо. Ага, давай. Нет, здесь. Так, разбирайте телефоны, пожалуйста. Кому какой нравится больше? Да. Я возьму все. Хорошо. Нормально? Все выберу. Ну и хорошо. А я вот этот тогда возьму с глазками. С глазками. Я, говорит, 100 рупий ему дал, нарисовал от всей души. Разрисовать. Ой, как хорошо вас разрисовали, мальчишки. Стер точку, которую тебе по блату малыш нарисовал. По очкам прошелся. По очкам. Теперь не мой очки. Да, все, теперь священные. Они в этом Каши Вишванатхе, да, были благословлены. Так, что вы сейчас хотите? Хотите ланч? Хотите индийскую пищу или японскую пищу? Давайте решим. Японскую мы решили. Японскую. Давайте мы решили японскую попробуем. Короче, вас как-то разделили. Кому-то что-то поставили, кому-то что-то не поставили. Богдана вообще, говорит, током дарила после того, как ему поставили. Мы так на входе провели. Жар, особенный. Пошли. Так. Типа, ну, допросим, мы это приносили, чтобы я тебе эти 2000 типа от тебя это. В общем, они побывали в одной из мощнейших шиваитских святынь. Практически самый главный храм, который должен посетить шиваит, чтобы получить освобождение. От череды перерождений, от колеса сансары. Да. Попали мы в историю, да? Да нет, вы из нее выйдете как раз. К этому как раз и стремятся, Лер. В этой жизни. Да. Now, yes, Japanese ресторан. Пошли. Я так поняла, что Саши их провел без очереди, как-то умудрился, потому что очередь огромнейшая. Мы должны были их часа на полтора позже увидеть.
Вот она, вот она. Вот. В этот храм, а вот она, это очередь. Каши Вишванат. Там находится Джьотиш Лингам. Лингам света. Посмотрите. Тут очередь на километр, на километр. Но это того стоит, чтобы спрыгнуть с колеса перерождений. И получить мокшу. Да, они точно не стояли. Они очень быстро вернулись. Смотри. Больше, чем на километр, я думаю, тут очередь-то. Тут, в принципе, чтобы его посетить, только надо вот день. О, май год. О, май год. Все, мы дальше не увидим, сколько еще человек стоит, потому что мы нырнули в проулочек. Между делом так, хоп, лапку, да. А ну-ка давай поздороваемся. Хочешь, не хочешь, но дружба, френдшип. Руси хинду бхай бхай. Танюшка продолжает свое благое дело по кормлению. Ням-ням, идем ням-ням, берем собачку с собой. Таня, побежали, все побежали. А у тебя развязано, нет? Я им развязала, но сильно не стала развязывать. Чало, бэби, чало. Пришел с маленьким. А молодец такой, ты что, поступил кому-то? Уступил, да поди сытый, уступил бы он. Нет, не уступил бы. Ну не знаю. Лучше, что он уступил. Это вот про тех, кого вы говорили, лысые? Почему-то тут большая толпа, и мужчины, и женщины бритые. Там сзади, за мной, я уже стесняюсь показывать-то. Тоже куда-то большая очередь.